Против наркотиков всем миром. В Химках подвели итоги творческого конкурса плакатов и рисунков среди школьников. Тема серьезная – борьба с наркотиками. Серафима Генералова за свою работу «Ищи выход» получила гран-при конкурса. У девочки взрослый взгляд на проблему. Она понимает, что одними рисунками попавшему в беду человеку помочь нельзя. Я думаю, просто так он бы не стал их употреблять. Ну, его бы на это что-то подтолкнуло. Поэтому я думаю, я бы предложила ему поговорить по душам. Потом выяснила бы проблему в чем и дала бы ему какой-нибудь совет. Антон Михаляк смотрит на проблему шире. Его рисунок о вреде курения. Сигареты наносят не меньший урон здоровью человека. На картине можно понять, что уже начинаешь курить, и там дальше не сжигаются, сжигаются. И так до последнего. Конкурс в городском округе проходит второй год подряд. На этот раз участие приняли больше полусотни химкинских школьников. В музейном комплексе парка Толстого представлено 14 лучших работ. Эта выставка здесь продлится несколько недель. После этого мы хотим показать эти работы в максимальном количестве общеобразовательных школ нашего округа. Выставка будет передвижной. До Нового года рисунки планируют показать во всех школах городского округа. Ильдар Шафигулин, Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.